Одел женским пальто. Скидка до 65%. На любой вкус и цвет. Такое вот пальто. Вот такое. Короткие, длинные. Смотрим ценник. $52 после оценки. До оценки порядка 250. Такое пальто $69. Такое $59. Ох ты, какая крутая штука-то. Интересно, сколько стоит? $45. Хм, интересно. О, Анна Клейн. Круто. $52 после оценки. И вот огромный выбор здесь. Тоже 59. Ну да, в пределах $60 можно выбрать себе вариант. Очень крутой. Вот такие какие-то вещи. Совсем необычные. Написано, что это вул шерсть. Стоил $500. Оценили до 157. Но я думаю, 7 месяцев никто не купит, еще оценит. Тут у них быстро все оценивается. Тут тоже стоил порядка 500, судя по ценнику. А оценили до 60. О, опять же этикетки. Да, здесь можно надолго застрять. О, ты уже себе что-то набрала. Фотографировать тебе, ты просил? Да, покажи. О, круто. Что у нас тут стоит оно? Так, стоило 200 вначале, уценили... $34. 34 после тройной оценки. Хороший костюм. На, для сюит. Давай следующий. О, блин. Да, слушай, тоже круто. Что, текстура хорошая. Ткань очень хорошая. $200 до оценки. А после оценки $41. Ага. О, Каспер. Тоже какая-то текстурированная кожица, да? Угу. Ткань под кожу сделана, как бы, да, такая. Угу. Очень интересная. 280 до оценки, после оценки 62. Так. Чего здесь у нас по ценнику? Ценник. Так, что-то я не вижу. Ну, я думаю, тоже где-то в пределах 60, да? Да, не покажу все цены.